посещаем занятия в Добром Ёжике, потому что нам очень нравятся эти занятия. Дети с удовольствием на них ходят. Вообще очень интересный проект, придуманный библиотекой, нацеленный на приобщение детей к чтению, на узнавание новых писателей, поэтов и новых книг. У нас в Канищево как бы очень мало таких заведений, где бесплатно можно прийти с детьми и в такой в игровой форме познакомиться с книгами, с писателями. Книга рассматривается в виде спектакля детского с персонажами, централизованное представление, что детей затягивает в это во все и вызывает интерес. Очень хорошо, что на эти занятия может посещать и мама, и ребенок. И вторая часть занятий проходит в виде мастер-классов. Это мастер-класс и по лепке из пластилина, какой-то персонаж сказки вылепливается. Это очень, конечно, здорово и великолепно. И здесь как бы больше нацелено на приобщение детей к книгам, к любви к книгам, пропагандирование чтения. Потому что в нашем мире сейчас все автоматизировано, все механизировано. Дети больше занимаются компьютерами, планшетами, телефонами. А книги как-то ушли на второй план. Поэтому главная цель библиотеки – приобщить детей к чтению. Потому что здесь интересные занятия. Что-что здесь? Интересные занятия. А чем же они интересные-то? Что здесь вы такого делаете интересного? А? Сказку слушаем. Сказку слушаем? А еще? Играем. Играем. А еще? Писателей новых узнаем. А дружите? Да. Да. Или вы здесь не дружите ни с кем? Дружим. Дружите. И знаете, как кого зовут всех? Да. Что бы ты пожелал бы доброму ежику? Чтобы его не закрывали. Чтобы больше книг было.